На улице Колесанова в Иванове несколько дней назад была обнаружена бесхозная машина. Безвестно пропавшего водителя Рену Логан начали разыскивать полицейские. В четверг у оперативников появилась информация о том, что тело мужчины может находиться в деревне Севастьяново Шуйского района. Труп пока не опознан родственниками, но, скорее всего, это именно пропавший ивановец. Известно, что до своего исчезновения он распивал спиртное со знакомыми. В настоящее время причины его смерти пока не установлены. Есть вероятность того, что мужчина погиб от переохлаждения, но это только предположение пока. Кроме того, установлено, что его гибели предшествовал конфликт вот этого вот товарища с лицами, которые в настоящее время также установлены и задержаны. Полиция сейчас проводит проверку всех обстоятельств, предшествующих гибели вот нашего ивановца.